Всем огромный привет! Добро пожаловать на канал Юрий и Лариса Ивановы. И сегодня, так как сейчас сезон кабачков, у нас каждый день что-то я готовлю из кабачков. И сегодня я вместе с вами приготовлю закуску, которая мне очень нравится. Закуска из кабачков. Ее можно кушать как в горячем виде, так и в холодном и в теплом. Поэтому она мне очень нравится. Для начала я взяла килограмм кабачков, и мне нужно их порезать. Мне нужно их порезать кубиком. Кубик должен быть не мелким, крупным. Вот таким вот крупным кубиком нужно порезать кабачок. У меня кабачок, смотрите, свежесорванный, кожица у него тонкая, поэтому я шкурку с него не счищаю. Кабачок я порезала, и теперь мне нужно его присолить. Солите по вашему вкусу и немножко перемешать с солью. Теперь я оставлю на некоторое время, ну, пока у меня кабачок не даст сок. И потом приступим дальше. И вот так у нас кабачки, у меня лично, вот эти кабачки желтоплодные. Понимаете, наверняка от сорта зависит. Смотрите, сколько всего лишь жидкости с них, очень немного. И простояли они у меня 25 минут. Вообще бывает, что когда кабачки свежесорванные, быстро это все сок дают, и минут 15 и хватает. Ну вот я вам рассказываю, что бывает и такое. Вот смотрите, у меня сколько жидкости. Теперь я эти кабачки должна немного подсушить. Я их должна выложить на полотенце. Закуска эта готовится быстро, легко, но вот нужно некоторое время, чтобы ее, как бы сказать, собрать в кучу. Поэтому сейчас я кладу это все на полотенце, чтобы немножко кабачки подсушились. Это мне нужно для того, чтобы потом они хорошо обжаривались. И вот смотрите, сколечко всего лишь тут. Грамм 50, наверное, миллилитров 50 жидкости. Ну и на полотенце сколько останется. А пока у меня стояли кабачки и отдавали свою влагу, у меня, понимаете, я приготовилась, вернее, понимаете. Сейчас я вам расскажу. Это зависит от ваших вкусовых предпочтений, но я взяла 25 грамм чеснока и 30 грамм зелени. Вот смотрите, три веточки укропа и пучок петрушки, всего 30 грамм. 150 грамм грецких орехов, я сама их очищала. И с Юрой вместе. И вот соевый соус, оливковое масло, на котором я буду жарить эти кабачки. Взяла соль и у меня смесь перцев. У вас тоже, по вашему желанию, все. Все от ваших вкусовых предпочтений. Что именно вы любите, какие перцы или что у вас есть в наличии. Я все завешала специально для вас. Если у вас так же, как и у меня, нет времени стоять и ждать, когда это все обсохнет, можно взять два полотенчика кухонных и обсушить кабачки. Или чем вам удобно будет. Бумажными полотенцами, может, будете обсушивать. Мне удобно так. Ну вот и все. И можно уже обжаривать. Кабачки нужно выложить в один слой на сковороду и поставить на самый-самый сильный огонь сковороду. Крышкой не закрываем, жарим при открытой сковороде, чтобы обжарилось все хорошо со всех сторон. Пока обжариваются кабачки, чтобы время даром не терять, я подготовлю другие ингредиенты. Измельчу петрушку с укропом. Измельчу чеснок
Продолжаю измельчать чеснок. Это не обязательно его резать ножом. Его можно на чеснокодавке выдавить. Это просто мне так удобно. Смотрите, какие у меня зажаристые кабачки получились. Я их снимаю. Теперь высыпаю сюда петрушку с укропом. Добавляю по вкусу. Я полную ложку добавлю соевого соуса. Немного перца. Аккуратно перемешаю. Тут уже запах стоит. Обалденный просто. И мне нужно теперь измельчить орехи. Я буду их измельчать не слишком мелко. Я не люблю, когда они в порошок истерты или порезаны. Они у меня будут крупные. А вы по своему желанию мельчите. Можно, как я, порезать ножом, можно пройтись по ним скалочкой. Можно выложить в красивый салатник, ну, в котором вы будете подавать. О, горяченькое такое. И насыпать орешки. Видите, в каком, какой они у меня формы. Крупной. И аккуратненько перемешать. Ой, какой запах, какой аромат. Ароматная закуска готова. Она очень вкусная, очень сытная. Ну, может быть, из-за орехов только не бюджетная. А так кабачки и все специи, как бы сказать, можно купить. Если кому-то понравилось, как я это готовила, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал Юрия и Ларисы Ивановой Лайф. Также у нас есть другой канал «Два континента Лайф». Мы всех рады будем видеть на наших каналах. На гарнир я для нас готовлю рис. Сейчас мы готовимся к обеду. Смотрите, Лариса отварила рис вот к этому замечательному кабачку. Вот. Сейчас оно все красиво разложит, и я опять включусь. Кладем закуску, она у нас уже остыла. В рис я ничего не добавляла, так как видели, на каком количестве масла я жарила кабачки. Мяса у нас не будет, у нас будет сегодня рис с кабачками. Я смотрю сверху, такое ощущение, что это мясо по цвету. Приятного нам аппетита, а вам всем крепкого здоровья, отличного просмотра. Ну что, пробуем? Наивкуснейший кабачок, ребятки. Прям. Отлично. Тебе как? Мне очень вкусно. Ладно. Всем пока. Хоть я и здрасте не говорил. Ну, вы меня поймете. Всем крепкого здоровья, всего самого хорошего, отличного настроения летнего. И всем пока-пока, до новых роликов. Пока-пока.